Фрагменты военного истребителя времен Великой Отечественной пытаются поднять со дна реки Адагум Крымского района краснодарские поисковики. Условия тяжелые, работать приходится в холодной воде. Уже несколько кубометров волонтеры вычерпали, но она продолжает пребывать. Там собрались представители практически всех поисковых отрядов края. Этого момента они ждали целых 6 лет. Именно столько времени прошло с тех пор, как были впервые обнаружены фрагменты воздушного судна, стекла от кабины и части обшивки. Но приступить к работе раньше не позволяла водная стихия. Этот самолет был обнаружен еще в 2009 году. Но поскольку здесь разлив, поскольку очень много воды, подступиться мы к нему никак не могли. И только вот в этот год, в это засушливое лето, уровень и грунтовых вод, и общий уровень вод упал. Мы видим, что у нас река обмелела. 6 лет спустя, после обнаружения этого самолета, мы надеемся его поднять, установить его номера, установить судьбу его летчика. Важнее всего, по словам поисковиков, откопать двигатель самолета, чтобы по его номеру можно было установить фамилию пилота, а значит и узнать его судьбу. Пока только известна модель советского истребителя Як-1Б. Волонтеры предполагают, что он падал со стороны села Киевского. Поисковики считают, что этот самолет входил в состав 265-й истребительной дивизии. Он был сбит в период с 26 мая по 3 июня 43 года. В те дни в этом районе дивизия потеряла 13 самолетов Як-1Б.